Какой это по счету урок сольфеджио, сказать сложно. Татьяна Борисовна вот уже полвека трудится в ДШИ имени Якова Флиера. Но работой это не назовешь, скорее жизнью. Она и сама выпускница этой школы, а из-под ее педагогического крыла выпустился далеко не один талантливый педагог ДШИ. И даже директор школы искусств Ольга Андреева. Она при какой-то строгости и такой немногословности как-то умеет создать обстановку, что дети вот как бы располагаются к ней. Она очень умеет найти подход к мальчишкам, что вот не так просто. Мы рады, что человек с нами, что она работает, что она как бы сохраняет вот это желание работать, потому что в такие годы, в общем-то, это непросто. Но я думаю, что возраст, он как бы не по паспорту, он по внутреннему состоянию. Галина Короткова тоже ученица Татьяны Борисовны. С 2008 года работает в школе искусств преподавателем по вокалу. У нас очень хорошая была на уроках атмосфера, и она нас научила читать ноты, слушать музыку, научила нас любить музыку, писать диктанты, что не так маловажно для музыкантов. Стены школы искусств помнят Марину Волкову маленькой девочкой, а сегодня она уважаемый педагог по фортепиано. Татьяна Борисовна, любимый учитель, как была наставником, так и осталась. Рука об руку мы с ней работаем, с большим удовольствием с ней общаешься, с большим удовольствием ходишь к ней на какие-то консультации, как лучше ребенку объяснить, как лучше ребенка настроить. Настолько выдержанный, знающий, профессиональный человек, она просто, мне кажется, всю душу отдает детям. Поэтому вот работать с ней одно удовольствие. И знаешь, что всегда от нее будет поддержка, всегда от нее будет какой-то такой совет, который действительно, несмотря на то, что я уже сама 40 с лишним лет здесь работаю, но совет наших учителей еще в свое время, у которых мы учились, всегда дорогого стоит. Спустя годы Татьяна Борисовна продолжает не только дарить знания детям, но и остается настоящим примером для своих коллег, бывших учеников, которые, как и она, подарили свою жизнь профессии.